Всім привіт! Ви на каналі Львів Медіа. Мене звати Арсен Данилюк, і з нами зв'язалася мешканка Маріуполя, яка погодилась розповісти нам свою історію. Власне, вона розповіла нам про те, як вона зустріла війну, про життя в оточеному ворогом місті, про шлях на вільну територію України. І далі про ще одну поїздку, вже в окупований ворогом Маріуполь. Це доволі важка і місцями навіть страшна розповідь, але я думаю, її варто подивитися, тому що це розповідь очевидиці, яка розповідає те, що бачила на власні очі. Тому я думаю, її буде корисно подивитися, особливо тим нашим глядачам, які живуть в Росії. Ну і, власне, ось що нам розповіла Катерина. Катерино, вітаю вас, радий бачити і чути вас. Добрий день. Давайте, можливо, розмову почнемо із того дня, коли все почалося, 24 лютого минулого року. Як ви зустріли початок російської атаки на Маріуполь? Ну, 24 февраля я проснулась в 6 утра от дзвонка своей подруги, которая была в Киеве у меня, от того, что началась война. Ну, я как бы не поверила, я вообще, как война, где война? Она говорит, да бомбят везде, ты что, не слышишь? Я прислушалась где-то вдалеке, услышала какие-то звуки. Просто так как мы жили уже 8 лет в такой зоне, иногда что-то там где-то бахало, привыкли. Я даже как-то не придала значения. Потом вторая подружка позвонила, третья, в общем, началась там, кто-то сразу говорит, собирай вещи, уезжаем. Я позвонила родителям своим, у меня родители пенсионеры. Папа собирался на работу, он стоматолог, врач-стоматолог. Говорит, у меня запись, как я уеду. Я говорю, ну война, давай хотя бы на дачу. Он говорит, да я не думаю, что что-то будет такое полномасштабное. Ну, в общем, мы вот так вот отнеслись, можно сказать, безответственно к этой ситуации и остались. А потом уже как бы выезжать было сложно, потому что город был в кольце и бомбили так, что мы до 20... Сейчас я скажу. Значит, сначала мы находились в квартире, потому что я живу в центре, они же бомбили сначала левый берег, ну, окраины, да? До нас не сразу дошло это все. Мы еще, у нас еще был свет, газ, вода была до 2 марта. Вот потом уже пропала связь и была полная блокада. И уже когда начало все это сужаться, круг бомбежки до центра, мы уже тогда спустились в подвал. В подвал пятиэтажного дома, мы жили в хрущевке, в обычной пятиэтажке. Родители мои жили на 8 этаже в новострое, ну немножко там в другом районе. Я поехала к ним, наверное, вот, ну, каждый день ездила, потом мне уже стало как-то страшновато, что они там, у них 8 этаж, хотела забрать к себе поближе. А они далее залишалися на 8 поверсі, так? Да, они залишались до того момента, пока мама в час ночи не вышла покурить на балкон и не увидела вот такую огромную, говорит, 10 метров где-то от балкона крылатую ракету, которая пролетала, вся раскаленная, красная, и хотела... Ну, у них началась паника, они собрали вещи, пытались выбежать, вышли в тамбур, и соседи говорят, а куда вы идете? Ночь, комендантский час, вы что? Они говорят, мы увидели ракету, но в общем страх. И, ну, они остались, как-то там в коридоре пересидели эту ночь, и уже на следующее утро я их забрала к себе, и мы все жили у меня в квартире пока. Вот, а потом, уже когда дом ходуном ходил, самолет бесконечно летал, бомбил. Ну, стало страшно. Убежище рядом находилось в 200 метрах. У нас было такое убежище в ПГТУ, в университете. Мы туда бегали первое время. А потом, когда уже просто понимали, что добежать же тоже надо, мы решили остаться у себя в подвале дома. Я понимаю, что это небезопасно. У нас хоть было и 2 выхода за счет того, что на первом этаже был магазин, его там... как-то взломали двери, и получилось, что 2 выхода из подъезда и с другой стороны. И мы подумали, ну, так. На тот момент в подвале уже было 15 человек, людей, ну, наших соседей. Они говорят, вы такие смелые, мы уже тут 3 суток ночуем, а вы еще 3 дня в квартире мы находились. Это был березень, ну, так? Это был березень, да, это был март, где-то начало, вот 8-9 число. И мы до 29 марта находились в этом подвале. Тобто ви там ночували, так? Фактично жили в підвалі, так? Да, мы жили, мы приспособились, мы постаскивали матрасы с квартир,
оборудовали там, ну, света у нас, свечки были. Проблема была, конечно, вначале там запасы еды у всех были, а потом, конечно, стало, когда вот наступил голод. И холод, так скажем, было страшно, потому что бомбили за водой пойти. Это был ближайший источник, родник у нас в парке городском. 500 метров надо было пройти пешком. И мужики наши, они, конечно, молодцы, смелые. Они пару раз ходили, мы сидели, плакали, молились, хоть бы они назад дошли, потому что очень много людей не возвращались. Кого-то убивали, кого-то кто-то под снаряд, кто-то снайпер. Только можно было просто выйти за водой и назад же не вернуться. Да, да, очень много таких историй, да. И поэтому... ви в певний момент вирішили, що треба все-таки якось виїжджати з Маріуполя, і в той час місто вже було в облозі, так? Ну да, ми, как бы, у нас дві машини, у мене і у папи. Но на момент, когда мы уже думали выезжать, просто рядом падали бомбы, когда вот в роддом, в университет, мой гараж во дворе находящийся, заблокировала ударной волной ворота. И мы не могли, ну, его открыть. Для этого нужен был инструмент, лом там какой-то. Ну, негде было это искать, потому что плюс бомбежка, мы же не могли выйти даже, не то что там где-то инструмент искать. Вот. А папина машина находилась вообще за километра 3-4 от моего дома в гараже, и туда тоже было не добраться. Поэтому мы решили как бы пересидеть, думаем, сейчас пересидим вот и как-то будем выходить. А в подвале люди, они, получается, все тоже ж паниковали, они, у них не было транспорта. Но они решили 28 марта выйти и пойти пешком на блокпост. Они узнали, что есть эвакуация из от Порт-Сити или откуда-то, ну, в общем, от какого-то места можно было доехать до Милейкина, и там уже идут автобусы в Украину, можно было уехать. Вот, они все вышли. И мы почему остались? Наша семья — это я, мои родители и сын со мной был 10 лет ему. Вот, у меня мама плохо ходит, у нее проблемы с ногами. Поэтому мы понимали, что мы физически, надо было идти, ну, километров до 10 пешком. Она бы не дошла. И мы решили, что пускай они идут, а мы останемся, пересидим дальше и, возможно, как-то возьмем машины и выйдем. Ну вот когда они вышли, у нас как раз почему-то, не знаю почему, они выбрали день максимально вот именно под обстрелами. Но у них уже, понятно, психика уже ж не выдерживает это все. Мужчина, который громче всех кричал, что надо идти, умер спустя 200 метров. Он от сердечного приступа. Он был сердечник, он был очень полный такой. Я говорю, куда вы идете? Ну, вам вообще нельзя идти. А он говорит, нет, нет, мы все дойдем. И вот через 200 метров он упал намертво, а жена и сын пошли дальше. То есть никто не смог его даже похоронить, ну ничего. Вот. А мы остались, и на следующий день, это прям как чудо какое-то, у меня просто бывший муж, он как раз в Александрии находится, ну, живет, и он приехал за нами, за мной, за ребенком, потому что он со 2 марта не было связи, он не знал, живы мы, не живы. Уже во всех чатах искали и родственники, и друзья, но нет у нас на связи. И он решил вот так вот провести такую вот, молодец. Поехал за нами, я говорю, как ты проехал, столько блокпостов, все, он говорит, ну, получилось, проехал. Получилось. Да, и он, когда зашел в подвал, у меня вообще была такая реакция, сын такой, папа, это ты? Он, ну, конечно, давайте быстро, машины. Мы взяли только, грубо говоря, там документы, пару там каких-то пакетов с вещами, и мы выходили тоже под бомбежками. Мы залезли в эту машину, бегали, и вот прям вслед за нами и мины, и автоматные очереди, пригинались, вот так вот ехали. И уже где-то метров 500, когда выехали к морю, стало потише, и там дальше уже, ну, нормально. Потом мы ехали через Милейкина. В общем, миллион блокпостов, на каждом блокпосту отца, вот мужа раздевали до трусов, считайте, да, это март месяц, холодно, проверяли что-то там, не знаю, колени, все вот так вот переворачивали, документы, и вот так вот каждый где-то, наверное, метров 200 новый пост, и каждый раз, вот, ну, заново, то есть, грубо говоря, я говорю, вы что, что проверяли? А мы типа к ним не относимся, и у них заново вот эти проверки.
В общем, за первый день мы доехали до Полох, нас развернули, сказали, боевые действия, дальше нельзя ехать, а где же нам ночевать? Они, да нам все равно, хоть в поле ночуйте, где хотите. И нам, ну, как бы повезло, что люди нас там в Пологах, пенсионеры, приняли к себе домой, мы вот эту ночь у них переспали и поехали уже назад, ну, на следующий день мы доехали до Запорожья. Мы ехали не через Васильевку, поэтому тогда еще вот повезло, что мы за два дня, за двое суток доехали, а люди ж там по 10 суток, по 2 недели стояли. А у цей момент, коли ви перетинали, виїжджали вже з окупованої території на територію підконтрольної Україні, у цей момент якось помітили, була видна ця от межа? Коли ми переїжджали з окупованої в Україну? Так. Ні, ну, звісно, це якби дві великі різниці окупованої. Тут вже сльози радості були, коли ми побачили українські флаги, ми поняли, що якби все нормально. Ще хотіла сказати, що ми ж повністю були в інформаційній блокаді во время вот того, як ми сиділи, да? Тобто взагалі не знали, що відбувається в Україні, так? Ми нічого не знали, тому що побомбили ж всі вишки, там радіо, телевидіння, все. Мужики умудрялись в машину, там, коли прогрівали, вони ловили тільки радіо ДНР. И вот в ДНР уже говорили, чуть-чуть ли не Харьков взят, уже там и Одессу, вот сейчас вот они. И мы вообще были в шоке, мы не знали, что происходит. Потом, конечно, когда мы выехали, я начала спрашивать, говорю, а что там, а этот не взяли? Этот? Они все такие, да нет, конечно, ты что, типа. Я говорю, ну вот я была в таком этом вакууме, что мы не знали вообще, чему верить. То есть они вот так обманывают. Ужасно. І ви відразу приїхали в Олександрію тоді, так? Так, да, ми приїхали в Олександрію, нам тут допомогли з квартирою, ну, зняли ми так, за комуналку живемо поки. Вот. Я одразу стала, в принципі, на роботу, я врач-косметолог, і мені допомогли родственники, дали кабінет, там стала потихонечку приходити в себе, тому що депресія, ну, вначале ти не розумієш, у тебя единственный инстинкт самосохранения – выжить. Да? Когда мы сюда приехали, мы увидели цивилизацию. Да? Ну, можно пойти в магазин и купить еду. Это было так уже дико, потому что там просто грабили, мародерили магазины. Там, ну, просто творился беспредел в Мариуполе. А тут все, как будто мирная жизнь. И потом осознание, когда приходит, что ты все потерял, ну, становится вообще страшно. Папа до сих пор в депрессии, он пенсионер, лишился всего. Был своя клиника стоматологическая, квартира, ну, их дом полностью там разрушен, да. Все, в общем, ничего нет. Поэтому он до сих пор. Можно себе уявить. И десь, насколько я знаю, у липні ви решили еще раз вернуться в Мариуполь. Расскажите, пожалуйста, ну, да. Почему? Ну, в общем, да, поездка была очень такой, мы долго ее планировали, наверное, месяц, мы думали, ехать или не ехать, просто позвонили нам там кумовья, которые там остались, сказали, проверили гаражи, вот этот мой, который заблокирован был ударной волной, и папин в кооперативе он находился, они, слава богу, уцелели. И они говорят, орки сейчас все вскрывают, все гаражи, где что еще плохо лежит, они все забирают, поэтому, говорит, если вы не приедете, ну, и это им достанется. Ну, начала общаться с людьми, которые туда ездят. Узнала, что через Васильевку можно встать на очередь в Запорожье с перевозчиком. Начала звонить по перевозчикам. Там кто-то говорил от 300 до 500 долларов проехать, ну, какие-то нереальные там деньги. Вот. Потом узнала, что едет мужчина просто, вот он едет в Бердянск там на дачу и берет попутчиков, там что-то очень дешево. И мы вот так, да, поехали. Я взяла с собой, ну там, я очень долго звонила по знакомым там, где, если что, можно остановиться. У нас там у родственников дом уцелел, думали у них остаться. Как с этой фильтрацией быть, как с пропуском. Ну, в общем, узнала, что все реально, да, и мы поехали. Поездка не для слабонервных оказалась. Ну, туда мы заехали за день в Запорожье, все нормально. Причем... Наскільки я пригадую, в той час були повідомлення про обстріли, власне, мирних людей, які їдуть в Маріуполь. Чи ви не боялися потрапити під такий обстріл? Боялись. Ми коли під'їжджали к посту на Васильівці, то есть, як це происходит? В Запорожжі колону машин по списку, да, провожає поліція до сірої зони, а далі – сами.
вы сами несете ответственность за свою жизнь, все, вы понимаете, куда вы едете, к кому. Вот. Ну и все вот так едут. Я, конечно, была удивлена, что едут и с маленькими детьми, и ну, как-то не боятся. Ну, не знаю, у всех свои причины. У кого-то старики остались. Я, кстати, ехала, когда у меня у подружки там свёкор со свекровью, они полутакие лежачие уже, считайте. Без лекарств, там же ничего нет, не медпомощи, ничего. Она говорит, пожалуйста, если сможешь, передай им лекарства. То есть у меня была миссия еще вот эти лекарства отвезти. И дядька у нас 83 года тоже был один там. Ну, там он с родственниками, но тоже он и больной, и ноги, и надо было тоже отвезти лекарства. И мы когда подъехали уже в серой зоне, ну, блокпосту первому, они говорят, что вы сюда приехали, вас никто не ждет, возвращайтесь, проезд закрыт на 4 дня. А мы говорим, а как, если Украина вот выпустила, вы что? А они говорят, нам все равно, типа, что они делают, у нас тут свои законы. И мы уже хотели возвращаться, я думаю, ну все, если мы сейчас вернемся в Запорожье, я уже второй раз, я так настраивалась, это точно знак, туда не ехать. И нас остается буквально 20 машин из 200, и мы так что-то замешкались, люди вот так вот вереницей возвращаются, мы замешкались, и они подходят, говорят, ну давайте, у вас есть там час времени, пока не начался обстрел. Ну они пугают, обстрел так и не начался, мы постояли 2 часа, но они вот так вот максимально хотят запугать, чтобы люди... Ну, просто в страхе держать. Вот, значит, когда мы подъехали на этот главный у них границы пост, то же самое. Выставляешь все сумки, они обыскивают, они перерыли все эти лекарства, как будто они разбираются в показаниях, интересно, да, анти там этих коагулянтов. Вот, они прям так с умным видом, а что это, куда везете, а кому, а чего вы едете. Вот, ну, мы доехали до Бердянска, там переночевали в гостинице, город пустой. Вообще людей как ну, мертвые. Это ж лето, сезон. Ну, я даже, честно говоря, ну, я боюсь в оккупации находиться, поэтому я даже не выходила с этой гостиницы ни к морю, ни прогуляться, но желания нет. На следующий день мы поехали уже в Мариуполь. Они говорят, фильтрация. Ну, заедете, фильтрация нужна. Я говорю, так я еду к себе домой. Ну, они так что-то по это говорят, ну, смотрите, в следующий раз вот не пустим без фильтрации. Ну, доехали до Мариуполя, доехали... А что, я перепрошую, а что такое фильтрация? Вы разумели на той момент, что это за процесс, как вы думаете? Я не знала, ну как, я, конечно же, все мониторила и спрашивала, как это выглядит у знакомых. Они говорят, это значит, ты приходишь там в эти пункты их фильтрационные, они проверяют, есть ли у тебя связи с военными, кто ты, что ты, где родился... И берут отпечатки пальцев, там какая-то у них база, вот, говорят, лишнее не говорить. Я даже поехала не со своим телефоном, потому что я ну, боюсь, как бы. Я это все продумывала заранее. Ну, повезло, что когда мы туда приехали, у меня есть знакомая, которая говорит, хочешь, я тебе помогу, там, они же уже на этом деньги зарабатывают, на этой фильтрации. 1500 рублей, и тебе дают, вот так выглядит документ, вот такая бумажка. Так, сейчас видно, да? Uh-huh. Вот. И, значит, здесь как вот, как у овец, или как это, дактилоскопирован печать. Вот эта, значит, бумажка стоит 1500 рублей, мы за нее отдали. И, в принципе, тобто, да. Там тоже есть коррупция, можно дать гроши и... Ну, конечно, конечно, там все это есть, да. Тоже торгуют. Вот. Что вы побачили в Мариуполе, когда туда приехали? Насколько место изменилось по сравнению с березнем? Ну, города нет, он физически разрушен на 90%, обугленные дома, дома-скелеты. Ну, ужас просто, ну, страх, боль. Я ехала полдороги, плакала, потому что, ну, я ж выезжала ж тогда на адреналине, я ж там не видела разрухи такой. Мы ж сидели, да, в доме, в подвале, грубо говоря, с подвала сразу выехали. А потом, когда я проехала, увидела степень, масштаб этих разрушений, ну, это страшно. Я не знаю, как люди там живут и говорят, что... там что-то отстраивают. На тот момент, когда было этим летом, я приезжаю в свой двор за машиной, по пояс травы, вонь трупами. Ну, страшно, не знаю. Ужасно все. Да. Люди как зомби ходят с тележками за водой там где-то. Воды ж не было, света не было. Поэтому насчет там... ну, домов там, что строят, ну, я не видела. Я боялась передвигаться по городу, очень страшно, потому что мы как белые вороны, мы когда забрали машины, мы едем, я смотрю, на нас люди просто смотрят, не могу понять, почему. Оказывается,
у всех уже заклеены вот украинские флажочки на номерах, а мы как бы ж выехали с номера, и все такие: раз, а кто вы, а шо вы, военные эти непонятные присматриваются, что папа там с перепугу заклеивал, говорит, давай до Запорожья заклеим, чтобы хоть нас это тут не прибили сейчас с этими машинами. А не было ризику, что вас не выпустят из Мариуполя, або, не знаю, депортуют в Россию? Ну, мы этот вариант тоже продумывали, думаем, если нас уже не выпустят в Украину, поедем через Россию и поедем через там Европу, Латвию, как они все выезжают до Европы, а там уже заедем просто с другой стороны. Этот вариант мы тоже продумали, но, слава богу, как бы не было. Тобто ви приїхали в Маріуполь, якомога швидше забрали машини і там, не затримуючись, відразу назад, так? Да, ми жили 3 дні. Слава Богу, повезло з фільтрацією, тому що якщо її проходити самим, там можна до місяця чекати в очереди. Вот. Быстро решили вопросы с фильтрацией, там я отвезла лекарства, забрали машины, и назад мы выезжали через 3 суток. Ну, находиться было очень тревожно, я не могла спать, потому что там какие-то постоянно то взрывы, то какие-то, ну, эти автоматы стреляют, кто кого там стреляет, я не знаю, то ли они между собой там разборки. Ну, было очень стрёмно находиться, поэтому я говорю, надо не задерживаться, ехать назад. Назад мы выехали рано утром, в 5 утра, и в 10 утра мы были уже на Васильевке. Это было 16 июля. И папа тогда говорит: очередь, как бы не пришлось ночевать. И мы так продумали, взяли на пару дней еды, думаем, вдруг и правда. Ну, пришлось ночевать 5 суток. И я как бы думала, мы хотя бы там ночь переночуем. В итоге 5 суток мы ночевали на этой Васильевке в жару. Просто людей не выпускают из-за того, что я так поняла. 80% машин, смотрю, были с Херсона, тогда же объявили, что эвакуация, выезжайте. А это их очень раздражало, они не хотели, чтобы люди покидали оккупированные территории. И они максимально держали стариков, младенцев, то есть люди умирали, я знаю, в этой жаре. Их не разрешали вывозить в Украину хоронить, они возвращали назад. Ну, в общем, да, вот такая ситуация. Потом там, слава богу, в соседних сел там жители поняли, что идет такой, ну, как бы катастрофа, и люди без воды, еды сидят. Они стали подвозить, там кто-то пирожки нажарил, привез, там еду какую-то, воду, и мы, в принципе, высидели там эти 5 суток. Потом они по ночам обстреливали с блокпостов, то есть мы там ночью, они загоняли нас ночевать вот так вот колоннами машин на заправку бывшую заброшенную, а по ночам вот так вот обстреливали поля для того, чтобы, ну, пугать людей, запугивать. Щоб ніхто не попробував пробратися повз них, так? Ну, так, да, так. Да. І це була черга, яка тривала 5 днів, так? А щось сталося, що вас пропустили, чи це просто не зрозуміло, з яких причин? Ні, вони ж як би створили очередь. Тобто там в колона була, ми були там 200 какие-то, я не помню уже, они по 20-30 машин, по 50 иногда пропускали в день, и там просто живая очередь. Вот они 20 выпустили, а потом говорят: ну, нам надоело, мы можем еще, но нам надоело. Ну, то есть они не считают за людей никого, поэтому захотели — выпустили, захотели — не выпустили. И потом уже, ну, там они, да, опять обыск у них, опять они каждый пакет перешерстили, все посмотрели, ну. И потом, когда мы выезжали уже, вот этот максимальный был уже адреналин такой, поймали момент, когда мы выехали, уже проехали всех вроде посты, самый главный там, я выдохнула, думаю, ну все, сейчас вот уже Запорожье. И они же начали по серой зоне херячить, то есть они поняли, что мы туда поехали. И вот так вот еду, свистит мина, и разрывается в метров 50 столб дыма, я по газам. Папа, смотрю, впереди тоже. Ну, в общем, мы вот так вот выезжали, они еще вдогонку нам стреляли. Поэтому, ну, больше желания ехать туда нет. Тобто я от намагаюся зрозуміти їхню логіку поведінки. Вони не мали на меті вас пограбувати, чи вбити, чи знищити, але разом з тим вони створювали для вас якесь максимально складне, важке і небезпечне середовище, яке ви мали долати. Так? Тобто вони вас, звісно, пропускають, але при цьому вам створюють такі умови, що виникає ризик для життя просто. Звісно, да. Просто я ще на трасі бачила пару обгоревших там, ну, там машина сгоревшая, там, то есть все-таки же они же там
убивали таким образом. И, ну, это страшно. И от в результаті ви виїхали з Маріуполя, зараз ви повернулися і залишаєтесь в Олександрії. І наскільки зараз ваше життя облаштоване, і чи ваш статус внутрішньопереміщеної особи якось допомагає вам зараз? Ну, работаю. Главное, вот меня работа спасает. Живем, слава богу, да, на еду хватает, там есть гуманитарная помощь, и что-то дают, поэтому живем. Яке ставлення до вас з боку місцевих? Ну, я не вижу никаких лично к себе, там, каких-то притеснений в том, что я русскоязычная, или ничего такого не замечаю. Наскільки багато зараз, власне, в Олександрії людей, які виїхали з Маріуполя? Офіційно, іменно з Маріуполя, я знаю, що тут ВПО офіційно зареєстрованих около 12 тисяч. Це з різних, Донецька область, там не тільки Маріуполь. З Маріуполя не знаю. Ну, це досить багато, як на таке місто, як Олександрія. Звісно, так. Да. Город маленький, зараз він весь переповнен. Не тільки город, і пригородні села, деревні, все забито переселенцами, садики даже, вот, ну все, как бы, что делать? Людям надо где-то жить. Чи ви маєте зараз знайомих, які залишились в Маріуполі? Чи маєте з ними зв'язок? І якщо так, то про що вони зараз розповідають? Зараз вони сидять, говорять, газ там світ дали воду, ну сидять теж бояться, особо нікуди не ходять. Фільтрації цих всього бояться, вже ж як призовного возрасту, ще 50 там плюс. Ну, они ждут деблокаду, но, ну так, стараются на эти темы, даже мы не обсуждаем, потому что боятся, люди боятся. Связь очень плохая, мы если общаемся раз в месяц, это так, в основном там смски, вот так позвонить по вайберу, по ватсапу, это ну, нереально. Тобто місто далі, ті, що там лишилися, вони в режимі виживання, вони кожен день просто рятують свій ну, життя. Ну, звісно, так. Да. Але опалення там є, тобто люди там не замерзають зараз, принаймні. Я знаю, отоплення є, але не во всіх же ж районах. Тобто частний сектор, де більш-менш там не пострадали дома, там далі. Де там розрушений мікрорайон, там, звісно, які там яке отоплення. Там люди кришу, чим попало, заділивають, щоб, ну, таке. Не везде, так, да. По-разному. Як думаєте, що буде далі? Чи хочете повернутися до Маріуполя, наскільки вам зараз боляче ця історія? Ну, очень больно. Я до сих пор, ну, вспоминаю это все с грустью такой, с тоской, особенно когда начинаю вспоминать своё мирное время, жизнь прекрасную в развивающемся городе. У нас город был один из самых развивающихся в Украине, я считаю, потому что каждый месяц открывались новые там парки, набережные, все было идеально. И сейчас у меня просто, ну, сердце разрывается. Я знаю, что я туда уже никогда не вернусь, потому что, ой, ну, даже если отобьют, отстроят, как можно жить там столько смертей? Там просто город-кладбище. Ну, это невозможно перенести. Мы до сих не знаем о кількості жертв, но я боюсь, что это... Ну, это очень много. Там в кожному дворі могили, в кожному дворі могили. Чи це буде найгірша історія в Україні, напевно, не порівняно навіть з іншими містами? Ну, так. Да. Тим більше з Росією так близько жити я точно більше не буду. З 14-го ми уїхали з Донецька просто году. Ми там купили квартиру, і нас вже второй раз, так сказати, освобождають. Ми там бросили в Вас Росія вже два рази доганяла, то. Да, і більше вже туди близько так їхати не можна. Да. Ми уїхали в 14-му, там квартиру бросили, вона хоч і ціла, але це ужас. Ми в 19-му просто пытались її продати, поїхали. І я просто жила, закінчила медуніверситет в Донецькій, я жила в такому розвивающемся тоже городі. І то, що вони зробили за 5 років, просто превратили в Совєтський Союз. Ну, что дальше? Ну, как бы, больше не о чем говорить. У нас Мариуполь, как Лас-Вегас был с Донецком. То есть они же нам завидовали там все, что мы тут жируем, так сказать.
Зрозуміло. Я дуже дякую вам за вашу історію, за вашу відвертість. Я сподіваюся, що найгірше у вашому житті вже позаду, і далі буде тільки краще. Дякую вам дуже. Так, дякую. Тримайтеся. Дякую. До побачення.